Из резервного фонда правительства Коми местным бюджетом был выделен 371 миллион рублей. Деньги пошли на приведение в порядок дорог, по которым проходят школьные маршруты. По результатам весеннего обследования, 10-я часть из них не соответствовала нормам. На всех школьных маршрутах летом проведен ремонт картами, а также грейдирование, выравнивание и подсыпка грунтовых дорог. В целом, работы во всех муниципалитетах завершатся до конца октября. Об этом стало известно на Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельно глава Коми остановился на школьном маршруте в Удорском районе. Отмечу, что в ходе недавней поездки в Удорский район я убедился, что один из школьных маршрутов, по которому осуществляется перевозка детей, в том числе из детского дома, находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо в оперативном порядке сделать все, чтобы поездки детей были безопасными. Также из резервного фонда правительства Республики Коми было выделено 44 миллиона 300 тысяч рублей на реконструкцию подъезда к новой школе в селе Объячево. Работы разделены на два этапа. В этом году завершено устройство основания автодороги и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас к школе можно спокойно подъехать на транспорте. А уже в следующем году будет уложен верхний слой покрытия и сделаны тротуары. Также на комиссии обсудили вопрос подготовки к зиме. Со всеми подрядными организациями контракты на содержание дорог и уличной дорожной сети уже заключены. Идет ремонт и подготовка сезонной техники. Срок завершения работ 31 октября.